В Мышинском округе прошел 10-й грибной фестиваль 2023. Он объединил участников и гостей, представителей заповедников и национальных парков из 17 регионов страны. Подробнее в нашем сюжете. С песнями и танцами, подворьями, выставками, фотозонами, мастер-классами и широким застольем прошел юбилейный грибной фестиваль. Сейчас будут дети, школьники, которые проводят акции, конкурсы и дарят подарки. Фестиваль помогает, мотивирует и развивает нас. Также помогает сохранить и беречь природу. Особое место – грибная ярмарка. От свежих, маринованных и сушеных грибов до лекарственных чайных сборов, банных веников и ярких плетеных корзинок. От небольшой ярмарки до федерального масштаба. Данный грибной фестиваль был представлен в Совете Федерации. Он выиграл один из конкурсов. К нам на вот этот грибной фестиваль приехали коллеги из многих регионов Российской Федерации. И нам очень приятно, что наш фестиваль приобретает такой масштаб. Опятые лисички, белые грибы, подберезовики. Самые лучшие кадры всех видов грибов разместила Татьяна Митина в соцсетях со своей грибной фотоохоты и стала победителем конкурса на лучшую креативную фотографию «Грибной фест 2023». Молодым грибникам хотелось бы пожелать, прежде чем идти в лес, как следует ознакомиться со всеми видами грибов, потому что многие просто берут все грибы подряд, а грибы могут принести здоровье вред большой даже при прикосновении. И, конечно же, быть очень осторожным. Не в каждом округе проводится такой фестиваль. И не на каждом фестивале можно побывать и масленком, и мухомором. Также отведать наваристого грибного супа от шеф-повара, посла гостеприимства Чувашии Евгения Шуваева. Вот фестиваль, который проводится сегодня на территории Шумышинского округа, он очень красивый, он очень желанный. И вот я смотрю, здесь гости наши приехали из соседних регионов, и местные жители, они с вдохновением участвуют в этом мероприятии. И всем весело, во-первых, и всем интересно. Не каждый день, не каждой местности это проводится. По итогам фестиваля победители в разных номинациях получили грамоты и даже удостоились грибного Оскара. Надежда Морозова, Татьяна Матросова, Игорь Зверев, Республика.